Иди сюда, Эмерал. Расскажи все нас. Что такое, Эмерал? Новый шеф. Он нам вздохнуть не дает. Жутко злой. Он первый день на работе. Нервы — это нормально. Да, но свой пар он выпускает на нас. Мы не можем нормально работать. Эмерал, главное на кухне — это дисциплина. Если что-то будет не так, я поговорю с шефом. Не переживай. Спасибо вам. Нас, он тиран. Они правы, я его видела. Сварливый, жуть. Это в чем же они правы? Еду надо готовить с удовольствием. А вся команда трясется при его виде. Как им работать в таких условиях? Им стоит как можно быстрее найти способ и привыкнуть, потому что шефа Фирата в этом ресторане больше не будет. Даже имени его здесь больше звучать не будет. Так, значит, Сичил. Пойдем, пойдем. Добро пожаловать. Спасибо. Сичил, какой приятный сюрприз для нас. Сюрприз? Правильнее сказать, что мы по специальному приглашению. Неужели вы не знали об этом? Вот это да. Правда, не знали? Шеф Фират пригласил нас прошлой ночью на вечеринке. Народ, к нам пришли очень важные гости, так что надо будет ускориться. Шеф, скажите, какое мясное блюдо мы можем приготовить очень быстро? Быстро? Срочно? Мясо? Мясо срочным не бывает. Невозможно. Возможно. Ты слышишь меня? Вам нужно срочно что-то сделать. Что мы скажем гостям? Ешьте салфетки, у нас шеф возражает. Шебнем, подожди немного. Шеф, мы друг друга не поняли. Что вы предложите нам? Ничего не предложу. Как так можно? С едой нельзя спешить. Я терпеть это не могу. Никакой спешки, никакого срочно. Неужели? Да что вы говорите? Придется поспешить. Шебнем. Работай. Дамы, вы меня волнуете. Шебнем, милая, успокойся. Шеф, послушайте, эти гости для нас очень важны. Мы без вас просто не справимся. Давайте что-нибудь попробуем, чтобы все были счастливы, хорошо? Ну что же... Думаю... Ну? Нет, не можем. Не сможем вовремя. Шеф, не сдавайтесь так сразу. Вы справитесь. Просто подумайте. Что-нибудь да придумаете. Может, попробовать... Нет, не успеем. Пусть уйдут и вернутся завтра. Что? Значит так, шеф, слушай сюда. Давай работай или вылетишь отсюда. Нас, успокойся. Да не буду я с вами работать. Да он даже не пытался ничего придумать. Успокойся, пожалуйста. Иди сюда. Спокойно. А вы все давайте займитесь делом. Ну что, попросим Кандемира принести гостям салфетки? Народ, начинаем с закусок. Я займусь мясом, так что все под контролем. Нас, ты чего? Ты не сможешь? В смысле не смогу? Я училась на повара. Ты что, забыла? Сейчас все сделаю. Да, но когда ты готовила в последний раз? Для какого количества людей? Не получится, невозможно. Нас все говорят о вчерашнем. Нам тогда пришлось уйти. Жаль, что мы не застали шоу. Неужели ты сделала вид, что целуешь актера? Да, это игра такая. Изобретательно. Как там внизу? У народа проблемы. Не знают, что делать. Но ты ведь не дала мне готовить. Ты бы не смогла, Нас. Мы должны сказать правду. Деваться некуда. Да, наверное, ты права. И так уже опаздываем. Давай. Дамы, мы вынуждены вам сообщить. Шеф Фират, мы думали, вы на кухне, где вы были? Дамы, добро пожаловать. Привет. Спасибо. Я так расхвалила всем вчерашнюю еду. Да. Скажу вам, что мы задержались и проголодались. Сахар в крови у всех падает. Нет, мы этого не допустим, конечно. Как мило. Просто милашка, да? Шеф, скоро ли все будет? Скоро, скоро.
Вот-вот подадим, да, шеф? Прекрасно. Скоро вернусь. Славно. Вижу, ваш новый шеф немного тормоз.